Солнцемобиль «Сол», разработанный студентами Политехнического университета в Санкт-Петербурге, принял участие в гонке American Solar Challenge. Коллектив разработчиков получил приз как лучшая команда «Новичок». Идея принять участие в заездах пришла к руководителю команды Евгению Захлебаеву еще 2 года назад. Тогда и началась разработка автомобиля, работающего от солнечной энергии. В следующем году изобретатели планируют участвовать в гонках в Австралии, но уже с новым гоночным болидом. Разработка машины идет уже сейчас. Напомню, первый российский солнцемобиль впервые презентовал в апреле. В июне машину тестировали на трассе в Сочи. Гоночный автомобиль оснащен солнечными панелями площадью 4 квадратных метра, а корпус выполнен из углепластика. Авто способно развивать скорость до 120 км/ч.